Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. У видео у нас только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами краном по сбору Интериум. Называется Free Интериум, где мы будем абсолютно без вложений зарабатывать эту монетку. Здесь статистика, это все переведете на русский, прочтете. Значит, на данный момент монетка стоит $264 11 центов. Регистрация здесь наипростейшая. Вводим email, вставляем пароль, повторяем пароль. Нажимаем регистр. Так, сейчас звоночек обновится. Так. Ага. И вот здесь письмо мне пришло. Они просят подтвердить электронный адрес. Переходим на почту. Это я уже знаю. Так, где у меня тут оповещение входящее? Ну, давай крутись быстрее. Оповещение. Вот мое письмо. Так, и просят подтвердить. Подтверждаю. Все, я адрес подтвердила. Вот, и баланс у меня по нулям, так как я зарегистрировалась только что при вас. И самое большое, что мы здесь можем заработать, это одну монетку. А и от 114 минимум до одной монетки. Ну, посмотрите. Давайте соберем монетку. Нажимаем roll. И что? 114 монеток мне дали. Далее. Сбор раз в час. Пошел отчет времени. Реферальная программа здесь. Находится наша партнерская ссылочка. Далее. Вопросы-ответы. Я все зачитывать не буду. Покажу только вывод. Так, вывод здесь от 0.205 Интериум. И здесь они пишут, можно использовать любой Интериум кошелек, но они как бы рекомендуют официальных их кошелек myintervalet.com. Я же буду прописывать, друзья, от Coinbase. Вот. Так, сеттинг. Значит, сюда вот это мы стираем, друзья, прописываем Intereum адрес. Это я все сделаю уже за кадром. Так, нажимаем «Изменить адрес кошелька». Опять же, вам на почту приходит письмо, чтобы изменить адрес. Вы кликаете в электронном письме на ссылочку, изменяете адрес, и у вас сохраняется адрес. Так, ну, здесь статистика, здесь вкладочка «Вывод». Вот сюда слева кликаем. И здесь на этой вкладочке мы будем выводить монетку. Когда будет что выводить. Вот здесь free roll. Также можно собирать дополнительные монетки Интериум. Это, друзья, короткие ссылки. Я уже не буду здесь ничего кликать. Уже потом, может быть, я не очень-то их и люблю. Но, тем не менее, дополнительный заработок. Ну, в принципе, я все рассказала такое. Здесь еще на главной вот страничке, где мы собираем, можно, если перевести. Так, промокод на, в Твиттере искать. Кликаем сюда, идем на Твиттер, и периодически появляется промокод. Сюда вставляем. Нажимаем на черную вкладочку, и у нас дополнительный сбор монет.
Вот, кому интересно, собираем монетку. Неинтересно, проходите мимо. Я дала вам информацию. А принимать информацию или нет, это уже, как говорится, дело хозяйское. Будет что выводить, естественно, буду писать видео. Всем удачи, до новых встреч.